Марафон добрых дел, приуроченный к 30-летию независимости Республики Казахстан, «Богатырь Камир» начинает с благотворительной помощи религиозным объединениям города Экибастуза. На протяжении многих лет угледобывающее предприятие не остается в стороне от нужд духовенства Экибастуза и выделяет средства на погашение задолженности по теплоснабжению. Более 600 тысяч тенге перечислено в счет долга Иверско-Серафимского собора и около 5 миллионов в городской мечети Экибастуз. Богатырь Камир кәсіпорны үнемі осы мешітімізге үнемі бір жәрдем ақы, жәрдем қол ұшын созып жәрдем беріп отырады. Өткен арасында біздің мешіттің шығындары үлкен мешіт болғандықтан шығындары өте көп. Жамағатта келген мешітке келушілерді өкінішке орай осы шығындарын толықтай жаба алмайды. Осы кезде Богатырь Камирдің үлесі біз үшін өте зор. Біз үнемі бұларға алғысымыз шексіз болып отырады. Я бы хотел пожелать благословения Божьего руководства компании всем тем, кто трудится на разрезе «Богатырь» и в его подразделениях, чтобы благословение Божие пребывало с ними и с их детьми. Честное слово, без помощи компании «Богатырь Камир», не знаю, нам бы, мы бы просто без отопления, наверное, сидели. И без многих-многих тех добрых дел, которые компания делает. Дай Бог всем здоровья, благоденствия, многое лето и процветания. В этом году, помимо погашения коммунальных платежей, товарищество взяло на себя оплату бытового оборудования в сумме более 4 миллионов тенге для столовой воскресной школы при храме. Печи, мойка, стеллажи, печи какие? Духовки, также прибор для изготовления просфор. Достаточно сложное устройство, достаточно дорогое. Просфор – это церковный хлеб. Специально готовится моечная ванна. Это на 4,5 миллиона, даже больше немного. Это оборудование для нас очень важное, ценное. Это все, в общем, все от начала до конца, что нужно в трапезную. Благие дела всегда направлены на построение общества, в основе которого лежит идея щедрости и доброты.